Вот спросите меня, друзья, вот как это животное забралось на такую верхотуру? Я вам скажу, я не знаю. Так, мирно лежит. Соскочить как? Я понимаю, а как запрыгнуть? Да. Ладно. Алексей, как вам по благовещенским масштабам суд? Кое-кого напоминает. Так. Но больше все-таки. Из политической корректности вы не станете. Да, не так. Будем. Не будем называть фамилии. Так. Так. Вот. А в Сан-Франциско что же там лежат, да? Да. Там, или там другие звери? Пирс 39 лежат такие, да. Товарищи там. Может, кто-то из этих же тут уже лежит. Да, друзья. Говорят, что они вонючие. Абсолютно нет, они совершенно ничем не пахнут. Во всяком случае, с того расстояния, с которого мы их наблюдаем, абсолютно, абсолютно стерильные. Тут, не знаю от чего, трясет настил, на котором мы находимся. То ли волна по нему бьет, то ли чего. Пойдем дальше посмотрим. Вот они тут примостились, балдеют, на нас внимания не обращают, правда? Угу. Не до нас. Посмотри, тут чешется, а все равно они закрыты, то есть да. Как-то в полусне. Так. Да, почесаться хотел. What people do for a Snapchat? What people do for a selfie? Некоторые так вот даже борзеют. You know what or something did, man. A selfie? What people do for a Snapchat or a selfie? Bro, I got a camera! Да. Живите, молодняк тут борзеет, дразнит морскую животинку. Да. Кому легко так, друзья? Кому легко? Вот так лежишь, никого не трогаешь. И тут вот тебе понаехали, понимаешь? Вот тут у нас зверушки. А вот там у нас, вот, там у нас то, что называется бордвок. То есть там аттракционы и пляж. Надо сказать, что народу сегодня, ну, то есть намного-намного больше, чем обычно. Суббота, конечно, но все-таки жарко, вообще очень жарко сейчас в долине. И здесь тоже довольно тепло. И вы видите в воде много народу, совершенно не в костюмах, в таких согревающих, а просто так голышом, можно сказать, бегают без костюма. Вот. Людей много сегодня, очень много. Культурная программа, друзья. Baby, go to UK. You're so spooky. Там сюда никто не за зоопарк не держит, они сами так делают. Да, тут много. Надо сказать, что в камеру гораздо лучше видно, чем вот когда глазом, друзья. Гораздо лучше видно, светлей. Так, тут вот и располагаются некоторые. Да.
и вот тут располагаются. В общем, жизнь продолжается, что под водой, что над водой. Это я к другому колодцу такому перешел. Плавают тут, можно сказать, резвятся. А некоторые мирно отдыхают и не резвятся. Хорошо.